Тренер по художественной гимнастике Элина Бурмистрова отметила свой день рождения. Элину Петровну в спортивный комплекс «Металлист» пришли поздравить спортсмены, родительский комитет, представители Министерства спорта и глава города Юрий Гришан. Мы всегда гордились школой гимнастики Магаданской. Я думаю, что есть надежда, что вы действительно, как я вначале говорил, посеяли все разумное, доброе, вечное, и девчонки все это дело здесь продолжат. Спортсменки магаданской художественной гимнастики не раз отличались на соревнованиях по Дальнему Востоку. Элина Бурмистрова проработала тренером в столице Колымы 40 лет, начиная с хореографа в 1979 году. За это время она воспитала 57 мастеров спорта. С 1 ноября 81 года у нас официально открытое отделение. Так вот, я с чего говорю? Я горжусь тем, что я как начала в одной школе работать, и в ней вот и заканчиваю. То есть это приятно, что я не бегала по школам. Бегать, правда, особо некуда было. Но все равно у нас такой всегда был коллектив. Вот сколько было и директоров, сколько я пережила, можно сказать. Сегодня Элина Бурмистрова не только празднует день своего рождения, но и прощается с Магаданом. Скоро именитый тренер Магадана будет жить на побережье Черного моря.